Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами снова находимся в магазине «Светофор». Это поселок Антропшина, станционная 34, рядом с городом Санкт-Петербург, но это все-таки уже идет Ленинградская область. И сейчас сюда завозят очень много всяких разных напитков, также есть новинки в посуде, кое-что для детей. Давайте все сегодня посмотрим. Первая новинка для деток – это водное оружие, водный пистолет. У нас этот пистолет представлен в двух вариантах. Вот такой бегемотик и крабик синего цвета. Высота бегемотика, например, 27 сантиметров. Его емкость 1,4 литра. Похожие водные пистолеты были в магазине Fix Price за 199 рублей. Здесь они стоят 206 рублей 50 копеек. Здесь вот этот сам пистолет. Здесь баллон в виде бегемота и две лямки. Игровой коврик 80 на 70, у нас представлен в разных вариантах. В данном случае этот игровой коврик полиция. На боковой стороне коробки нарисованы все варианты этих ковриков. Здесь есть и аэропорт, и вот полиция, строительная площадка и ферма даже есть, город. Размер коврика 80 на 70. Здесь все-таки на картинке изображен коврик гораздо большего размера. Но можно сразу приобрести несколько таких ковриков. 260 рублей 50 копеек его стоимость. Хочу вам показать, что входит в набор вот этого игрового коврика. Я взяла вот эту разновидность 019А7. Здесь такой Paradise, ну то есть рай, какой-то игровой парк, игровой центр. И в комплект этого коврика 80 на 70 входит 6 небольших машинок. Вот таких вот совсем простеньких, но однако они здесь есть и в количестве 6 штук. То есть дополнительно машинки никакие можно не покупать. Хочу вам снова показать чипсы картофельные «Гризон». 300 грамм. Здесь в ассортименте 83,90, производство Россия. Эти чипсы сделаны из натурального картофеля. И здесь, смотрите, появился у нас вкус краба. Были вот такие сметана и лук. И еще вкус бекона. В прошлом ролике я вам их показывала. Сухарики деревенские 500 грамм 50,90. И производит их город Псков со вкусом охотничьих колбасок. Эти сухарики. И вот еще чипсы картофельные, хрустящая картошка 500 грамм, в ассортименте 108,50. Производитель Рускарт у них. Но вот эти чипсы уже, в отличие от предыдущих, они изготовлены из порошка. Очень похожи по вкусу на чипсы Pringles. Но стоят, конечно, гораздо дешевле. Сейчас стандартная упаковка чипсов Pringles без акции где-то 200 рублей. То есть вот они конкретно подорожали. А вот здесь в Светофоре можно приобрести их аналог. Томатная паста «Золотой томат». Стеклянная банка 950 миллилитров 82,50, и производит эту томатную пасту Московская область. По составу вода питьевая, томатная паста, загуститель крахмал модифицированный, соль, регулятор кислотности, кислота уксусная, бензоат натрия, и также есть краситель, потому что цвет, конечно, такой малиновый больше, нестандартный для томатной пасты. Соус хреновина 540 грамм 41,90, производит город Воронеж. По составу вода, паста томатная, сахар, соль, загуститель крахмал картофельный, хрен сушеный, корень, масло, морковь, лук сушеный, регулятор кислотности, уксусная кислота, лимонная кислота, чеснок, пряности молотые, также консерват, бензоат натрия. Апельсины, лимоны, протертые с сахаром. Город Краснодар производит, 570 грамм, 85,90. Симпатичные баночки, 570 грамм, оформление такое современное. Давайте посмотрим состав. У лимонов лимоны свежие и сахар. И все, даже никаких консервантов нет. И у апельсинов точно такой же состав, апельсины и сахар. И больше ничего. Пашабахче снова радует нас новинками. Появился салатник 215 миллиметров. 76,90. У этих салатников очень удачный размер, 215 миллиметров их ширина, стекло достаточно плотное, они не совсем тоненькие, то есть около пол сантиметра, наверное, стекло. И свою продукцию компания Пашабахче производит в Нижегородской области,
город Бор. У нас есть в наличии еще салатники 12 сантиметров, линейка Султана, также производитель Паша Бахче, 22,90 его стоимость. Этого салатника он сделан в виде виноградного листочка. Салатник 22 сантиметра, объем его 1,2 литра с декором 61,90. В прошлой неделе показывала вам такую же серию посуды, только в черном цвете. Производитель у этого салатника Нина Глаз, Никольский завод, Никольский стекольный завод. Продукцию этого производителя можно также встретить в магазинах Ашан. И вот тарелочка 26 сантиметров с декором 67,50. Эта тарелка хорошо подходит к салатнику предыдущему. Единственное, вы видите, производитель уже другой, Паша Бахче. Но по дизайну они абсолютно идентичны. Вот такие два варианта посуды можно сейчас приобрести в магазине Светофор. Здесь, соответственно, тарелка и салатник, но производители у них будут разные. И в черной линейке у нас еще есть десертные тарелочки, белые тарелки. Десертные нужно искать. Снова к нам завезли вот эти чайники со свистком Люме. По поводу этих чайников было очень много споров. У кого-то горит вот этот вот свисток, плавится, у кого-то не плавится, ручки у кого-то плавятся. Объем этого чайника 3 литра. Если у вас есть отзыв об этом чайнике, обязательно нам его внизу в комментариях напишите. Нравится вам он или нет. Оказывается, у этого чайника еще есть большое количество разновидностей окраски. Хотя все они, в принципе, выглядят почти одинаково. Крышечка может быть разной, то есть с шариком, без шарика. И цвет тоже у ручки бывает разный. Набор ковриков для ванны, цветной принт. Размеры указаны 80 на 50 и 50 на 50. 250 рублей, 9 рублей 50 копеек. Эти коврики подробно показывала в прошлый раз. Основа войлок, покрытие ковровое тафтинговое. У нас они есть в коричневом и зеленом цвете. И еще видела, кто-то вез синий, темно-синий такой коврик. Очень много к нам завезли москитных сеток. И вот гантели рядом лежат. В прошлый раз их показывала. А вот антимоскитная сеточка на дверь, антимоскитная штора. 1 на 2,10 ее размер. Вот здесь в огромном количестве у нас навалено. Герметик силиконовый универсальный. Есть белый, есть прозрачный. 310 мл. 118,90. Производство город Санкт-Петербург. И к нам приехали замечательные чайники под брендом Визор. Знаю, что ВКонтакте читала, многие именно эти чайники ждали у нас в магазинах в городе Санкт-Петербург. Объем этого чайника 1,8 литров. Прозрачное стекло. Видно, что здесь защитной пленкой заклеены все элементы, которые могут быть поцарапаны. Мощность 1500 ватт, объем 1,8 литров. Закрытая спираль, установка на подставку в любом положении. Коробочки у нас весьма помятые, разбирают эти чайнички, видимо, очень быстро. Снова появилась паста зубная Локолют, 60 грамм, 57,50 ее стоимость. И обратите внимание, производство именно Германия. Набор емкостей для замораживания от компании Plast Team, город Москва. Здесь две штуки по 0,75 литра и две штучки по литру, 0,5 даже. Размеры их указаны 185 на 12 и на 12 сантиметров. Все-таки свою продукцию изготавливает компания Plast Team в Смоленской области, город Вязьма. И здесь вот написано, что подходит для посудомоечной машины, пищевой пластик, и подходит также для заморозки. И покажу вот вам скамейку-перевертыш садовую. У нас появился выставочный образец, 578,90 ее цена. В других регионах эта садовая скамейка появилась сравнительно давно, и отзывы по ней очень хорошие. Мой сосед-садовод купил такую скамейку на рынке за 1000 рублей. А здесь 578,90 всего. И выглядит очень прилично. Самое приятное, у нее еще и мягкая сидушка. Есть у нас в наличии еще и столы складные туристические за 656 рублей 50 копеек. Цвет у него миланский орех. Здесь указано, что стол регулируется. Высота с помощью двух положений установки. Высота стола указана, размер столешницы и материалы, из которых он изготовлен.
Цена просто смешная. Столик, подставка универсальный, 164,90. Компания LMR Plast производит. Это Республика Башкортостан. Очень удобный столик, аналог столиков из магазина IKEA. Вафельные трубочки с начинкой, сгущенка вареная, 900 грамм, 136,50. Производит их в Вологодской области. Выглядят эти трубочки очень аппетитно и натурально. Новинка появилась на прошлой неделе. Карманная раскраска с карандашами в ассортименте, 63,50. Производит их, эти карманные раскраски, компания ProfPress. И это очень достойная покупка, потому что внутри вы найдете, помимо рулончика с раскраской, еще и набор из 6 карандашей. Здесь разные тематики. Есть роботы, машинки, звери и так далее. Также в прошлый раз показывала вам книги пазл в ассортименте, 171,90. Их цена. И здесь они также есть еще в наличии. Производит их компания ProfPress. Машинки Хендерс, большие колеса, 8,5 сантиметра, вращающиеся на задних колесах, 104,90 всего их цена. Раскупают их очень быстро, у нас они еще в ассортименте есть, разные цвета, смотрите, какие классные. Вот такие машинки, есть оранжевые, салатные, красные. К ним можно приобрести коврик игровой и несколько таких машинок, и ваш ребенок будет абсолютно счастлив. А вот эта машинка еще круче. Смотрите, как ездит эта машинка. Она может крутиться на задних колесах. Еще раз покажу этот игровой коврик. Дороги для транспорта. 258,90. И еще приобрести сюда машинку. И будет очень классный игровой комплект. В магазине «Светофор» у нас лежат спирали от комаров, 20 штук, «Раптор», 55,90. Их стоимость производства Малайзия. И также жидкость от комаров, 70 ночей, 66,50 их стоимость. Фумигатор «Гардекс», 33,50. Тоже еще в большом количестве. Банки стеклянные разбирают. Очень удобный у них объем, 950 миллилитров. Это банка «Твист», 16,90. Стоят эти баночки на кассе. И сланцы, смотрите, в ассортименте также есть. Женские, 36-41 размер, 55,90. Детские сланцы, 42,90. И сланцы мужские, 55,90 их цена. Цвета разные. Изготовленный из ЭВА. Производит город Санкт-Петербург, не Китай. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но за такую цену приемлемый вариант. По традиции всегда практически огромное количество пюре фрутоняни из яблок, бананов и груш или яблоков и персиков со злаками, 130 грамм, 32,90. Сейчас вам покажу, в каком количестве они у нас продаются. Всегда завозят, они есть всегда в ассортименте. И также еще пюре фрутоняни натуральное, 250 грамм, здесь уже стеклянная банка, 35,50 их цена. Ну и соки, тоже соки яблочные, все есть. Холодильники у нас на удивление полные. Египетская клубника замороженная, 117,70 цена за килограмм. В пакетах обычно больше килограмма, а именно практически 2 килограмма. Очень много завезли печени говяжьей замороженной, 169,90. Производителю этой печени известная всем петербуржцам компания «Диета». Качество у нее тоже прекрасное. В рыбе у нас появились стейки-зубатки. Цена за килограмм 138,80. В упаковке где-то примерно 2 килограмма идет. Еще есть стейки-киты, 500 грамм, 156,90. Вот печень говяжья, и здесь она лежит. И еще пикша появилась, была на прошлой неделе, был минтай. Здесь вот пикша, тушка потрошенная, 177,50. Видимо, постоянно теперь у нас в ассортименте. Бедро куриное, 98,90 замороженное. Вот здесь в корзине лежит.
И еще у нас очень быстро разбирают молоко ультрапастеризованное, без заменителя именно молочного жира, 40-50 его цена за 1 литр. Вот так оно выглядит, упаковка станичная. Сейчас оно есть в холодильнике. Кагальницкий молочный завод. Завезли йогурты овсяно-питьевые, полезный завтрак, 930 грамм, 62,50, без заменителя молочного жира. Гречневый йогуртовый напиток, вкус южный. Облепиха яблока и груша манго, здесь 930 грамм. Очень, кстати, выгодно в магазине «Светофор» можно приобрести вот деликатес балыковый из свинины. Ладога его производит, 500 грамм, 200 рублей 60 копеек. Он не такой тоненький, как, например, бекон от Бахуса, но все вкусовые качества у него прекрасные. Поэтому те, кто любит шашлыки, грили всякие разные, отличное для вас приобретение. За 500 грамм это просто очень-очень дешево. От новгородского бекона тоже новинка. Ветчина нежная из филе грудки, весовая, 161,50. Вот она. И от этого же новгородского бекона еще колбаса вареная 81,50. Вот в такой ярко-малиновой упаковке колбаса охотничья. Наконец-то и до нашего светофора доехала продукция мясокомбината Черкизово. А в данном случае это колбаса сырокопченая, слободская, 600 грамм, 189,50. Во многих светофорах уже давно завозится продукция Черкизово. И вот у нас она в первый раз. Кто пробовал, обязательно пишите. Косичка копченая, но обратите внимание, заменителя молочного жира 286,50 ее цена, но в упаковочке здесь 400 грамм, 126 рублей вам обойдется одна упаковка косички. Ну а на этом я хочу закончить свой обзор. Много интересных новинок приехало. Кстати, постоянно подвозят одежду из Узбекистана, футболки детские. Обязательно смотрите все мои предыдущие ролики. Там я подробно рассказываю об одежде, которая продается в магазине «Светофор» для дачи на лето. Отличный вариант. Много детских футболочек, маечек. Ну а на этом я, пожалуй, с вами хочу попрощаться. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. До свидания и до новых встреч!